Знание и умение петь джаз не помешало мне слушать другую музыку, которой я наслаждалась и наслаждаюсь по сей день. Я очень люблю тяжелый, классный рок. Честно говорю, я боялась петь его, потому что когда есть такие певицы, как Ольга Кормухина, рядом с ней петь рок, ну это просто свинство с моей стороны было бы. Но я почему-то решилась. И сегодня Оля Кормухина у меня в гостях. Это невероятная женщина. Я ее совершенно обожаю. Мы знакомы кучу лет. Вы знаете, дело в том, что слово «вы решилась» меня удивило. Ты вспомни, как мы познакомились. 88-й год, Киев. Дворец дружбы. Я только появилась. Одна из первых съемок. И вот там все шушукаются. Все стараются, знаете, не замечать. И только Лариса Долина схватила меня просто тут же за руку. Увела к себе. Завела вот так и говорит: «Покажи, как ты это делаешь». Я ей показала. Она меня так... Она смотрела мне туда прямо в глотку. А знаете, что это такое? «Покажи, как это делаешь»? Это расщепление голосовых связок. Я так не умею. Ну, в общем-то, я уже... Тебе оно нафиг надо? Уже не надо. Нет, оставь что-нибудь. Кстати, еще 5 копеек добавлю. Ричи Блэкмор, он говорил так. Если музыкант не знает классики виолончели и джаза, он не имеет права называться рокером. Ура! И честно вам скажу, это действительно так. Ты такой вообще огонь, это плазма такая. Это как мой муж. Они с виду такие спокойные, а как говорит пресный, внутри дракончик. Поехали, дракончик. Поехали, погнали! Неба нет, и я лечу на яркий свет, и на закат похож рассвет, а взлет на падение. Чем выше, тем труднее дышать, но это легче, чем терять, и в миллионах лиц искать твое отражение. Я падаю в небо.
Ольга Кормухина. Спасибо.